еще один по-настоящему рабочий день. Очень извилистый и местами каменистый. Было где немножко ошибиться и, конечно, убраться. Начался он очень скользко, просто все как на катке гуляли, но выцарапывали трек и выгоняли машины. У нас был дефект, постояли 10 минут, немножко расстроились, что пропустили, ну потом догнали. Догнали, причем хорошие быстрые машины, и все остальное мы шли вообще без всяких задержек, без поломок, без ошибок навигации. Просто сегодня мы были в ударе. Ехали очень хорошо, быстро и технично. Пару раз улетели в канавы, но машина выдержала.